Сейчас в парке восстанавливают аллеи, укладывают новую плитку и благоустраивают территорию. Приведут в порядок и памятник Маяковскому. Планируем здесь сделать большую работу. В частности, благоустроить все дорожки, выложить с плитки фенки, сделать освещение, установить скамейки. Здесь будет более 35 светильников установлено в сквере Маяковского. 17 скамеек. Будут установлены урны. В сквере появится и новая детская площадка. На покупку качелей потратят 26 тысяч гривен. Ее откроют к 8 сентября. На площадке будут двойные качели, горки две, балансир, лавочки установлены будут. Карусели. Строители обещают работу выполнять качественно, поэтому у местных жителей замечаний быть не должно. Знают нас, знают, что будет здесь, то замечательно. В принципе, не то, что то жалобы, а в основном даже помощь то людей нам оказывается. Откроют парк на День шахтера 25 августа. Александр Блинников, Инга Лапикова, Панорама.